В Кустанае выясняют причины того, как абсолютно новый дом буквально разошелся по швам. Здание еще не сдали в эксплуатацию, но оно уже находится в аварийном состоянии. Фундамент поврежден, по стенам ползут трещины. Этот дом в микрорайоне Юбилейный построен как кредитное жилье по госпрограмме. Потратили на него более 200 миллионов бюджетных тенге. Возведены все 5 этажей, поставлены оконные рамы, подведены коммуникации и даже сделана черновая отделка квартир. В скором времени сюда должны были въехать первые новоселы, но этого не произошло. И к счастью, многоэтажка затрещала по швам гораздо раньше. Ширина трещин доходит до нескольких десятков сантиметров. По предварительной версии, при строительстве поднялись грунтовые воды, которые повредили фундамент, и дом повело. Но точную причину назовут специалисты из госэкспертизы. Именно они решат, что делать с треснувшей новостройкой и кто в этом виноват. Строительно-монтажные работы до выяснения причин появления данных трещин приостановлены были 11 июля текущего года. Подрядчик установил дополнительные маяки за наблюдением состоянием трещин, по итогам которых, то есть они ежедневно записываются в журнале специальном, по итогам данных наблюдений будут приниматься авторским надзором меры.